Всем привет, вы на канале GameKate, мы продолжаем проходить игру под названием Blackmoor. В прошлой серии мы сражались с вот этим вот грибом-переростком, который сожрал по ходу много ядерных отходов. Заходим в деревню, которая нам ничего не дает. Если тут поговорить с вот этими принцессами и с одним принцем, да, то они нам расскажут то же, что и рассказывали до этого. Поэтому это бесполезно с ними общаться. Снова видим вот эту вот девочку, и тут еще есть манекен. Но я на нем не собираюсь долго испытывать свои атаки, потому что мне нужно сражаться. И да, игра походу посчитала, что мне не нужна эта побрякушка, поэтому она мне, с меня ее сняла, понимаю. Как я до этого говорил, тут делать нечего, поэтому мы идем проходить кампанию дальше. Тут еще сидит какой-то бомж, но на него пока не будем внимания обращать. И да, я не буду задаваться вопросом, зачем какой-то дебил прокладывал такую идеальную дорожку по темному лесу, в который зайдет человек от силы человек 5. Попадаем мы на арену, на которой тут и нас встречает какая-то упоротая статуя. Да, я думал, что я его грохну. Ну ладно, с радостью убил бы еще раз. Да, тупо полезнейший питомец. И, кстати, он мне кого-то напоминает. Да, я даже придумал цитатку. Если ты при жизни говно, то ты и после смерти останешься им. Да, это тупо мой уровень везения. Из двух бочек и одной люстры не выпало ни одного кусочка еды. Понимаю.
Стоп. Вообще-то я же до этого был в той комнате, поэтому там не могло появиться вот этих личинок. Он их из воздуха, что ли, призывает? Да, походу реально из воздуха призывает. Ты мне кого-то напоминаешь. Да, с этой рожей можно мемы делать. Уже придумал один. Да, его имя описывает его полностью. Кстати, если кто не знал, Ратте на немецком это крыса. Сейчас можете лицезреть пример моей тупости. Я, короче, посмотрел рекламу, чтобы получить еще одну жизнь, и случайно нажал на кнопку Last Checkpoint. То есть то, что я бил босса полчаса, это не сохранилось, и тем более ту жизнь, которую я взял, посмотрев рекламу, она тоже пропала. Поэтому мне, когда я умирал несколько раз, мне пришлось снова смотреть рекламу. Да, я знаю, что вы не хотите смотреть заново, как я его буду бить, поэтому я промотаю до того момента, сколько у него оставалось жизни в прошлой битве. Магия монтажа, и мы снова вернулись в тот момент. Да, мне как будто сам уровень в приз за то, что я мучился целых 15 минут, выдал мне классную вещь. Спасибо. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале GameKate. Если видео вам понравилось, можете поставить лайк и подписаться на канал. Ну, всем спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео.